Стой спокойно. Теперь ты чудовище. Отправляйся в бездну. Лучше бы ты оставалась там, где была, Санник. Здесь ты найдешь только страдания. Стой спокойно. Довольно! Твой гнев направлен не на тех. Сомневаюсь, пташка. Узиэль, пришла закончить то, что начал твой брат война? Понятия не имею, что война сделала или не сделала, мне все равно. Значит, ты здесь за душами моих соратников-ангелов. Решила, что я не узнаю оружие повелителя пустот? Я служу лишь совету, я охочусь на 7 грехов, тех, кто остался. Но меня занимает и другое. Предательство, совершенное вашим славным царством. О, да. Мои дела, цари, узрите и посмейтесь. Мы едва можем защищаться, не говоря уже о том, чтобы предать одного из всадников. Мой скакун, буйство, пал от ангельского оружия, прежде чем я смогла призвать его. И я узнаю, зачем, и пролью кровь. Поверь моему слову, я не питаю любви ко всадникам. Из-за вас разразился конец света, и мы... Мне неизвестно ничего о заговоре против тебя или твоего задания на Земле. Среди своего рода Узиэль один из достойнейших. Это не значит, что никакого заговора нет. Как видишь, у меня по горло своих забот. Возможно, мы сумеем заключить сделку, всадник.